отец семьи богатой в деревню сына взял. Пусть мальчик жизнь увидит без иллюзий. Ему хотелось, чтобы сынишка осознал, насколько могут бедными быть люди. Они пробыли сутки в семье у бедняка. Отец его спросил по возвращении, понравилось ли сыну и понял ли он, как бедны бывают люди в наше время. Понравилось, конечно, сынишка отвечал. Отец спросил, чему ты научился. Таких людей хороших я, папа, не встречал, и как они богаты, удивился. У нас одна собака, у них четыре пса, у нас бассейн, у них морская бухта. У нас есть сад, у них же бескрайние леса, и нас мне стало жалко почему-то. Не потому, что светят в саду нам фонари, а их просторы звезды освещают. Они готовы Бога за все благодарить, а нам всегда чего-то не хватает. Теперь я знаю, папа, насколько мы бедны. Отец, когда слова услышал эти, лишился дара речи и явно приуныл, но так и не нашелся, что ответить. А мой отец, касаясь вопросов бытия, одной молитве учит неизменно. Благодарю за то, что имею в жизни я, и трижды за все то, что не имею. Благодарю за то, что имею в жизни я, и трижды за все то, что не имею.